Итак, всем привет, ребят, с вами Flutter Green, и как бы там ни было, Любовь к Каликорну мы так и не досмотрели. Так что давайте-ка попробуем, поскольку осталось всего 4, 5, 6, 7 часть. Все они длятся около 4 минут, 4-3, и только 4 часть 7 минут. Так что я сейчас попытаюсь подряд записать все, и будет выходить через день одна часть «Любовь к Каликорну». Давайте-ка начнем. Доброй ночи, Кейденс. Выспалась? Ну что, успокоилась? Будешь еще пытаться меня убить? Теперь мы можем спокойно поговорить. Ты так сильно соскучилась по нему? Сильнее, чем ты думаешь. Сильнее, чем думала я. Итак, с чем я могу тебе помочь, Кайзалис? Я хочу, чтобы мои подданные снова могли собирать любовь в твоих землях. Кстати, да, по поводу этого, я видел в комментариях, много кто написал по поводу того, что его просто нету из-за того, что он не считается аликорном, он просто единорог. Так что он смертный, а не бессмертен, как, допустим, Каденс или Селестия. Это спустя 200 лет, так скажем, происходит все это. Так что спасибо, ребят, за объяснение, я все понял. Собирать любовь? Ты имеешь в виду позволить чендингам притворяться теми пони, которых любят? Да, как это всегда и было. Питаться любовью пони, выдавая себя за кого-то другого. Тогда мой дом... Отказать? Это просто неправильно. А что, если просто впустить вас к нам? В смысле, чтобы мы жили среди вас? Да, типа того. Почему бы тебе не попробовать? Это ничего не даст. Нас слишком яро ненавидят. Это потому, что мы втоплись к нам. Да, Кейденс, в принципе. Это ненависть куда старше. Что? Серьезно? Почему? Ты что, не обратила внимания, как ужасен наш облик? И то, как мы питаемся, сколько себя помню, мы всегда жили в бесплодных землях и собирали любовь среди окрестных деревень. Поэтому пони, жившие далеко, никогда даже не слышали о нас. Поначалу мы просто притворялись случайными пони и пытались жить среди вас. Но со временем обман раскрылся, и новичкам стало труднее заслужить доверие и любовь старожилов. Взращивание любви в каждой новоосвоенной деревне требовало слишком много времени, а скудный урожай означал город Улья. Тогда мы начали похищать пони и выдавать себя за них. Но это уже печально. Мы питались любовью родственников похищенных, а затем возвращали их обратно. Однако попытки проделать все незаметно были безуспешны. Каждый раз на нас объявляли... Ну да, вы же их крали, блин. ...чтобы отвадить от населения. Мы пытались договориться, добиться понимания, но стоило пони увидеть наш истинный облик, узнать, на что мы способны и как питаемся, они хватались за вилы факелы. Нас называли любожорами и отказывались доверять. Это без просто стадное мнение. Но никто не любит нас такими, какие мы есть. Я о том, что вот чему будет стадо, вот, допустим, люди что-то ненавидят. Они будут мыслить стадно и ненавидеть все вместе. А отказываясь от всего здравого смысла, вот серьезно, вы можете это увидеть в любой... В любом даже комьюнити. Допустим, брони. Люди думают, что фу, это геи, какие-то еще там лесбиянки и прочее. Но они, не зная людей, просто начинают стадно это мыслить, у себя придумывать в голове, не думая, что это просто их предпочтение. Мы слишком страшные. Нам приходится притворяться другими пони, чтобы нас любили. Но результат все тот же. Ненависть. Ненависть как обманщиков. Ну это очень печально. Нас ненавидят и за правду, и за ложь. Мы убегали, прятались, пока нам не надоело. Хватит с нас пустыни. Хватит жить в тени и уподобляться паразитам. Я решила, если пони не хотят признавать нас равными, мы сделаем их своими рабами. Пони из центральных районов мало что знали о чинчингах. И это позволило мне нанести удар в самое сердце их общества. Сильно рискуя, я все же явилась в столицу в одиночку, чтобы подменить тебя, разрушить барьеры снутри и позволить моим подданным насытиться вашей любовью.
Но я вновь просчиталась. Ошибки одна за другой. Несмотря на все мои усилия, кем бы я ни пыталась представиться, другом или врагом, я не могла спасти свой народ. В тот момент я не представляла, что делать дальше. Ну тут, знаете, тоже есть ее небольшая вина в том, что она, собственно, пыталась выдать себя за другое лицо, но надо всегда быть самой собой. Есть люди, которые до сих пор меня смотрят, и они понимают, за что они меня смотрят. Я остаюсь таким, каким я есть. Наглым мудаком, который не умеет ничего делать. Хоть понимаешь идиотизм своего плана, даже пройдя все гладко, думаешь, пони из других городов и наши союзники позволили бы тебе уйти? Я знаю. После той неудачи я видела, как мои подданные гибли от голода. Прямо у меня на глазах. Я дура. Вот почему я прошу тебя. Пожалуйста, помоги мне. Помоги глупой королеве спасти ее народ. В одиночку мне не справиться. Я понятия не имею, как разобраться со всем этим бардаком. Пожалуйста, не дай нам умереть. Не дай нашей расе исчезнуть с земли. Мы хотим жить. Мы хотим выжить. Мой муж не может быть таким милым. О, боже мой. Наконец-то решила попросить помощи. Хотя нет, ты уже просила. Но вы не тех пони и не в то время. Раньше пони не представляли важности дружбы и страшились непознанного. Успевшие возненавидеть помогать не станут. Что стоило тебе прийти к Селестии с миром? Почему ты решила вторгнуться? Потому что мы хищники, а вы жертвы. К тому же, ничего не зная о тебе, мы бы не имели повода для вражды. Ты бы получила помощь, стоило только попросить. Вообще если да. Если тебе встретится непонятное жукоподобное чудовище и спросит, могу я съесть твою любовь? Ты ответишь ему улыбкой и позволишь насытиться? В свое время вы не единожды сражались с существами, питающими негативными эмоциями. Виндиго, кормящийся ненавистью и злобой, вымерли после первого дня согревающего очага. Сирен ждала иная участь. Они были изгнаны в другое измерение. С какой стати жертве помогать своей убийце? Значит ли это, что мы разделим судьбу тех, кто вынужден питаться эмоциями? Но в этом мы не есть умеем логика. Предсказывать будущее. Мне пришлось тщательно выбирать, внезапное нападение или переговоры. Оба варианта означают рискнуть всем. Это все моя вина. Из-за моего дурацкого вторжения все стало только хуже. Теперь она знает вся Эквестрия. Нам не убежать, не спрятаться. Смена облика тоже не выход. Я не знаю, как быть дальше. Я помогу тебе. В самом деле? Ты действительно сделаешь это? Правда-правда? Ты достаточно настрадалась, королева Чейзлингов. Бесспорно, твое вторжение все еще помнят. Но прошлое прошло. Мы не способны изменить случившееся, зато мы можем сделать шаг навстречу светлому будущему. Вместе? Пришло время оставить позади наши разногласия. Примешь ли ты мою дружбу? Да. Не надо устраивать слезоразлив в облике моего мужа! Прости, я просто не могу держаться. Слезы сами текут. А хотя бы вернуться в свою обычную форму. Не хочу рисковать. Ты уверена, что не разозлишься и не придумаешь, если вновь увидишь меня в злодейском обличии? В прошлом я принесла тебе столько несчастий, что, боюсь, могу вызвать фобию. Возможно, поэтому ранее ты не хотела меня слушать. Но я не уверена, что... Это тело, я предлагаю его тебе. Что? Ты собираешься спасти мой народ, но мне нечем отдарить тебе в ответ, кроме самой себя. Я знаю, ты по нему скучаешь, так что можешь взять это тело и делать с ним, что хочешь. Я сделаю все для тебя, чего бы ты ни пожелал. Серьезно? Серьезно? И на этом прерывается. Серьезно? Окей, окей. Неплохо, неплохо, неплохо. Мне нравится. Меня все устраивает. Но, по сути, как я говорю, мне сам этот комикс, слушайте, нравится. Чисто по... Ну,
не по одной причине, но есть основная одна причина. Она, сам комикс, тоже позиционирует дружбу, как и весь сам сериал. Есть комиксы, которые позиционируют как-то лучше путешествовать или как-то сражаться со злом или так далее. Тут нету ничего такого, тут просто дружба. Дружба и ничего больше. Это круто, это круто. Что ж, а на этом, пожалуй, все. Всем спасибо за просмотр. С вами был Flutter. Ждите следующих частей. Подписывайтесь на мой инстаграм. Ссылочка в описании. Всем спасибо, всем пока.